Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о новенькой iOS 13.4 Beta 2. Итак, что же новенькое в этой iOS? В прошлый раз я сказал, что ничего наглядного нет, оно так и есть, но есть большой нет нюансов. Мы с вами разберем, какие новые фишки, скорость работы, как с автономностью, стоит ли обновляться. Но прежде чем это все смотреть, не забывайте делать резервную копию iTunes и Cloud, чтобы сохранить легко восстановить свои данные перед установкой новой iOS. Итак, что же нового? Добавили в разделе почты открытие письма еще два пункта. Было два, стало теперь четыре. Теперь можно архивировать, удалять, либо же отвечать на письмо. Дальше. Перерисовали иконки шаринга музыки, стали более белые. То есть они у нас были... Вот здесь отображалось iPhone, динамики, либо же там будут наушнички и тому подобное. То есть каждое устройство, оно стало более белое, чем оно до этого было. Добавили 9 новых стикеров iMessage. CarPlay добавили использование NFC. В файлах можно делиться папками файлов. Использование AirDrop корректно отображает устройство. В Apple Music при воспроизведении трека в режиме караоке добавили 3 точки. То есть это те точки, по которым можно ориентироваться, когда будет начинать песня. В команде Shortcuts добавили возможность регулировки Shazam. Теперь Siri может перейти в главный экран после разблокировки. То есть, когда вы его разблокируете, вот, если у вас там на Face ID замочек открыли, либо вживую ввели пароль, вы отсюда можете сказать «Привет, Siri» и выйди на главный экран. Она выйдет без всяких проблем. То есть, на старой, на iOS 13.3.1 вы такого не сделаете, можете проверить сами. Также Siri можно использовать всегда... слушать Siri. Вы зайдете в настройки, конфиденциальность, опустите самый низ и всегда слушать Siri. Активируйте ползунок, и теперь, когда ваше устройство в кармане или лежит лицом вниз, оно все равно всегда будет слушать «Привет, Siri». Включение и выключение VPN корректно отображается на старших айфонах версиях, то есть iPhone X, XS, 11, 11 Pro, ну и, естественно же, плюс версии. Вот, это все те нововведения, которые у нас есть уже с первой беты и в этой. И как бы ничего другого нового нет. А сейчас смотрите скорость работы, посмотрите по батарейке. Уже завтра вечером я выложу данные. In the basement, it's nothing to ride out and leave them wasted. At 15, they said I was major. My own whip, fresh J's in the pager. Hung with my elders, express my anger. All wisdom is welcome, I'm built for aging. What you see is only the Cajun. Got a mental mask, that's a money locator. Right by the bar, peep my behavior. Rounding it up, now I'm burning the tables. I'm knowing they hating, they mad, they ain't in my social arrangements, cause I get money, I make money, I spend money and then I flip money. Clockwork, 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 turn it around. I flip money, I spend money, I make money and then I get money. Clockwork, 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 turn it around. Fresh on my toes, ready for a long night. I'ma sip on it till I'm vibing on the night lights. Now I'm vibing on the night lights. I feel blessed, so blessed just to be alive. My whole crew in this booth came to unwind. We popping bottles, blowing cigars. All you see is supermodels. B2B Jewelry – это ювелирная компания, которая предоставляет нам возможность вложить депозит на серебро и золото 338% годовых, 6,5% в неделю. Переходите на сайт, либо по ссылке в описании, заполняйте все ваши данные, пароль, ID менеджера, номер телефона. Затем переходите уже на свой сайт в личный кабинет, заполняете все оставшиеся данные, крепите карту, переходите в магазин, покупаете сертификат, и вы есть счастливым клиентом компании B2B Delivery. Живите в достатке! We making it part, we split a part of that in half, go back to the source, the other part of the half.